Нага Сирен, Слизис. Нага была всегда бродягой, блуждающей вне морских границ в поисках нового. В течение ее приключения она встретилась и влюбилась в молодого орка, обучающегося, чтобы стать блейдмастером. Хотя он был неопытен, он преподал ей основы искусства боя, используемого закаленными воинами. В течение их романа, пока она училась, как ставить западни, произошло вторжение Скорж. Ее любовь, ее учитель, был убит у нее на глазах. Она использовала свое волшебство Нага, усыпила врагов и сбежала. И посвятила себя борьбе на стороне Сентинел во имя любви. Вот, я могу сам тут, если что, справиться. Спасибо тебе большое, но, по-моему, я тут могу сам. Мне так кажется, по крайней мере. Ладно, я пошел на мид. Да что ты за мной ходишь? Уйди! Что ты за мной ходит? Ходит просто, он за мной направил М-кой и все, и побежал. Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний гайд у нас будет на Нагу Сирену. Вы так и поняли, да, что будет Нага Сирену, ну, судя по картинкам, конечно же. Вы ж не дурачки. Вы же у меня самые умные и элитные подписчики. Да, да, ребят, элитные подписчики. Те, кто подписан на меня, считается элитой. Ребят, в общем, сегодня у нас гайд, и по теме гайдов сегодня разберем, что у нас за способности имеет Нага Сирен Слизис. Иллюзии, сеточка, третий спелл, минус арморчик и, соответственно, ультимативная. Что у нас данные способности делают, я вам сегодня расскажу. И пожелаю вам, конечно же, приятного просмотра данного прекрасного гайда. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это иллюзии. При нажатии кнопочки идет у нас небольшая задержка, примерно где-то в полсекунды, и появляется у нас Нага вместе со своими тремя иллюзиями, которые по уровню прокачки наносят определенный дэмэдж и получают определенный дэмэдж. Эти иллюзии, в принципе, просты в управлении, их можно туда-сюда возить, в принципе, никаких проблем нету. Давайте перейдем к уровням прокачки. Смотрите, тут все написано. Creates three illusions, типа создает три иллюзии, и это на каждом уровне, это мы трогать не будем. Что у нас будет происходить? В зависимости с уровнем прокачки, у нас иллюзии будут бить сильнее, одна иллюзия будет бить сильнее, то есть, ну а их три, каждая из них будет определенный дэмэдж у них, то есть дэмэдж каждой иллюзии будет возрастать. И, соответственно, иллюзии получают дэмэджа намного больше. Смотрите, разбираем. На первом уровне иллюзия будет наносить одна 20% дэмэджа и получать 600% дэмэджа. То есть, соответственно, иллюзии очень слабенькие и слабо дамажат. На втором уровне 25% дэмэджа она наносит и 500% дэмэджа получает. На третьем уровне 30% дэмэджа она наносит и 400% она получает. И на четвертом уровне 35% дэмэджа она наносит и 300% дэмэджа она получает. КД у нас всей этой темы 40 секунд. Длительность этих иллюзий 30 секунд. И требовательность маны тут такая. 70, 80, 90 и 100 маны будет требовать данной способности. Перезарядка 40 секунд и 30 секунд длительность. Я это уже, в принципе, сказал. И, в принципе, тут все. Во время того, как вы создаете иллюзии, вы можете попробовать что-то закайтить, потому что вы находитесь во время того, как вы создаете иллюзии, вне уязвимости. И, соответственно, в принципе, это все. В принципе, это все. То есть, в совокупности на last левеле 3 иллюзии будут бить сильнее. Так, если посчитать, да, получается 35, 35, 35. В совокупности иллюзии 3 будут бить сильнее, чем, в принципе, сама Нага. То есть, получается 30 плюс 30, 60. И 60 плюс 30 это 90, и 15 на 105% получается с 3 иллюзий будет урон, на 5% будет больше. И, соответственно, вот такие вот у нас иллюзионс, ребятки. В принципе, тут больше рассказывать и нечего по этим иллюзиям. Прокачиваем и больно бьем. Также есть возможность заевейдить, длительность 30 секунд, монокосты очень удобные, 70, 80, 90 и 100, но КД большой. Но длительность иллюзий 30-очка. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на Наге Сирен — это вот такая вот у нас сеточка. Давайте ее прокачаем на разочек, картиночка сеточки. И смотрите, кидает Нага сетку вот такую, и enemy, так сказать, оппонент, он не может двигаться на определенное время, находясь в этой сетке. Он может, в принципе, все использовать, магии, не магии, то есть он может также все использовать. И, в принципе, только то, что он не может делать, это он просто не может передвигаться. Такой, можно сказать, рут. Это рут, который можно, ну, легко снять, можно снять мантой, там можно диффузой. Это очень такой легкий спал, который легко развеивается. Но тут есть некоторые приколюхи. Эта тема, в принципе, работает на БКБ. То есть, если, допустим, у enemy оппонента есть БКБшка, то, соответственно, Нага спокойно может
за, так сказать, задизейблить enemy оппонента в БКБшке, и все довольно-таки просто это работает. И есть тут еще погрешность. Нельзя, так сказать, сетку использовать на линку. Линка сбивает таргетные способности, соответственно, и линка заблочит эту сетку. Что ж, поговорили о некоторых фишечках, и давайте перейдем уже непосредственно к уровням прокачки. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки, наша сеточка будет идти чуть-чуть больше. На первом уровне 2 секунды, на втором 3, на третьем 4 и на четвертом 5 секунд сетки, вот этого 5 секунд дизейбла, будет работать на enemy оппонента. Длительность я сказал, колдаун у нас 12, и манокосты тоже будут разные. 90, 100, 110 и 120 маны будет брать данная способность. Плюс есть еще небольшая фишечка. Данная сеточка очень хорошо дает True Sight, то есть, соответственно, тот персонаж, который будет у нас в инвизе, если мы, допустим, накинули на него сетку под центрем, и центре пропал, его будет видно, пока он будет находиться под действием данной сетки. Это очень сильно контрит, на самом деле, инвизеров, виверов всяких. Вивер постоянно в шукуче бегает, то есть он будет в сетке, он нажмет шукуче, а мы его все равно будем видеть. Очень даже довольно-таки простенько в применении. Плюс есть еще такая тема. У Нага адаптировано так, что, допустим, вот есть такая тема, чтобы, так сказать, попытаться обмануть нашего противника, у нас иллюзии тоже будут закидывать вот эту сетку. Посмотрите, я просто отменяю, и иллюзии, смотрите, смотрите, что они делают. Смотрите, что они тоже делают этот каст. И типа, опа, и типа, ищи, какая типа настоящая и знак. То есть это очень прикольненько сделано, на самом деле прикольная механика. И вот такая тема. Дальность броска вот этой сетки 650 расстояния. Так что, ребят, не забывайте, что 650 ренжа вам надо для того, чтобы закинуть эту сетку. В принципе, по этой теме, в принципе, все. Также это очень легко. Ну, кайтиться то, что даггером, это, в принципе, очень изи. И так, в принципе, понятно. Ребят, все по сетке, в принципе, все дает возможность зарутить enemy оппонент. То есть это не стан, enemy оппонент может юзать все кнопки. Потом дает видимость, если персонаж вне видимости стоит, во время этой сетки он видим будет, очень легко задиспелить, очень легко блокируется линка и, самое главное, накидывается на БКБшных юнитов. Это очень прикольно. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Riptide. Riptide, да, очень интересное название. И что у нас получается, когда мы нажимаем эту кнопку? Происходит вот такой вот красивенький эффектик. И что у нас получают enemy оппоненты, когда, так сказать, получают данный эффект? По уровням прокачки тут все просто. Смотрите, на первом уровне наносит 100 дэмэджа и снимает 2 армора. На втором левеле наносит 140 дэмэджа и снимает 3 армора. На третьем уровне наносит 180 урона и снимает 4 армора. И на четвертом уровне наносит 220 урона и минус 5 армора накладывается на enemy оппонента. Длительность всей этой темы у нас 8 секунд. По монокостам тут все просто. 80, 90, 100 и 110 маны. КД данной способности 10 секунд. Очень простой спелл. АОЕшка. 320 АОЕ требуется данной способности, чтобы вот так вот, так сказать, сделать продувочку, такой красивый кастик. И видите, такой эффектик у нас есть тут на Кроби. Соответственно, и арморчик у нас тоже, так сказать, уменьшен. Очень легкая способность. Можно развеять любым, так сказать, диффузом, там, пресс-атак, всякой прочая тема. Может быть использована иллюзиями, самое главное. И, так сказать, на БКБ мы не сможем применить эту способность. Что значит можно использовать иллюзиями? Смотрите. Смотрите, мы подводим иллюзию, нажимаем D, и наша иллюзия дамажит. Дамажит, у нее спелл, у нашей иллюзии, вообще неважно, у нашей иллюзии, именно, то есть те иллюзии, которые нам подконтрольны, пусть это будет руна иллюзии или наши иллюзии, они имеют возможность от нашего главного персонажа, так сказать, испустить вот эту волну. То есть, соответственно, если мы вот так вот немного растянем, то мы увеличим себе АОЕ, то есть уже будет у нас не 320 АОЕшка, а уже намного больше. Но дэмэдж этот весь не складывается, наносится один раз. Один раз наносится этот урон, и это прикольно. То есть ты собираешь радиенс и ведешь иллюзия пилит, пилит раз, и можешь, допустим, третьим спеллом ударить. Именно поэтому тут такой маленький урон, и, соответственно, ну, бонусом минус 5 армора, как бы это все компенсируется. Это у нас магический дэмэдж, ребят, не стоит забывать. И, в принципе, по данному спеллу все. Я обычно спелл этот использую для того, чтобы прийти в драку, вот так вот продамажить, так сказать, и иллюзии будут больше бить, и, допустим, тиммейту какому-то помочь. Тут вариативность использования данной способности очень велика. Вы можете просто все три кемпа попробовать зафармить. То есть, если у вас будет радиенс на иллюзиях, то есть вы, соответственно, одну сюда отсылаете, одну туда, нажимаете
тайдуху, у всех иллюзий это срабатывает, и, соответственно, все, всех продамажили, все довольны. Ребят, более тут нечего по данному спеллу рассказывать, тут главное просто запомнить, что это магический урон, снимает армор, наносит, так сказать, определенный дэмэдж в зависимости от уровня прокачки и работает у иллюзий. Но иллюзии сами не могут вязать, не надо писать, а иллюзии могут, а Найкс, если Найкс засовывает в себя персонажа, может ли тот персонаж, которого вы запихнули, управлять Найксом? Такие вопросы мне пишут в комментариях, ребят. Ну блин, ну серьезно. Вот вы даете, конечно. Хлебопечка хорошая вещь. Поехали далее. Что ж, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это сон. Сон Наги — это очень прикольная вещь, потому что позволяет делать прикольные мувы в игре Lost BKB, Black Hole. Нет, ну, извините, просто не удержался. Смотрите, в общем, что делает у нас сон Унаги. Все мы знаем, что сон Унаги в нынешнее время имеет АОЕшку. АОЕшка у нас 1250, раньше было 2500, ты нажимаешь одну кнопку, все в 2500 заснули. Тут в чем приколюха теперь? Нажимаем кнопочку, Нага поет песенки ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и эта аура, мы, так сказать, ведем за собой эту ауру. И все в этой ауре в 1250 АОЕ начинают засыпать. Этот сон Наги можно отменить, то есть, допустим, если мы нажали G, это у нас хоткей, и можем на G также отменить этот сон, идет такой кастик, и она отменяет этот сон тогда, когда вам нужно. Очень довольно-таки прикольная тема, что у нас дает вообще сон? Сон на всех действует так, это дает неуязвимость enemy оппонентам, крипам, но не вардам и не рошанам, и, соответственно, и дает еще, так сказать, неуязвимость таверам. То есть вы не сможете, допустим, нажать сон и пойти пушить. Нет, потому что все вокруг вас будут засыпать. Что не спит, это варды и рошан. Ну и колодец, по-моему, тоже не спит. Это, честно, я не тестил. Насчет колодца я не помню точно. В общем, как-то так и работает. И, соответственно, в чем сама приколюха этого сна? Как хочешь, так и вертишь. То есть, соответственно, ты можешь уйти, тебя гангают, ты нажимаешь сон, уходишь на ТП. Все довольно-таки просто. Длительность сна у нас всегда 7 секунд, требует маны 100. Всегда 100 маны. Очень просто. Что улучшается, спросите вы? Улучшается с прокачкой у нас кулдаун. 180, 120 и 60 секунд. Раз в 60 секунд вы можете спокойно, так сказать, уйти с ТП. Да, вы сплитите, просто идете в наглую, подходите к ХГ, на вас нападают, вы успеваете нажать сон, уходите на ТП, все просто. Раз в минуту вы сможете так спокойно делать. И что у нас тут есть? В принципе, это все. Ну как все? Еще знаете, какая приколюха есть? Сон не работает на БКБшных юнитах. То есть, допустим, вот так вот можно законтрить enemy оппонента. Все заснули enemy оппонента, а вы такие, ага, у тебя есть БКБ. И убиваете его. А тут хопа, у него сейчас БКБ заканчивается, и он уходит в сон. То есть, такая может быть еще вариативность, что когда БКБшка закончится, он уйдет опять в сон. То есть, Найкс, когда в рейдже, вы попробуйте, так сказать, дать сон, и он, к сожалению, Найкс в рейдже будет все равно бегать. Также Сларк может задебафить наш сон, ну, своим первым спеллом, и, соответственно, как-то так. Ребят, и подходя уже к окончании рассказа про наш ультимейт, у нас есть такая тема. Смотрите, у нас есть аганим, который позволяет у нас захиливать наших союзных персонажей, кто будет находиться в этой АОЕшке, на 8% от максимального значения здоровья. То есть, соответственно, 7,8, 56 на 56% мы можем поднять, так сказать, захилить наших союзников в течение вот этих 7 секунд. Очень прикольный аганим на самом деле, но я, честно, его не тестил. То есть, соответственно, как это в полевых условиях будет, я сейчас не проверял, но я думаю, это будет прикольно. Ребят, в общем, все по данному, так сказать, ультимейту, по данному персонажу я рассказал вам теорию прям просто изумительно, Вася. Просто отлично все показал. Я надеюсь, вам этот персонаж стал немного теоретически понятен хотя бы. И, соответственно, переходим к геймплею. Ребята, перед тем, как посмотреть геймплей, желаю вам приятного просмотра. Не забудьте поставить лайк, кому нравятся такие гайды. И кто просто ждет какого-то персонажа, обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забывайте реально ставить лайк. Повторяюсь опять-таки, но ничего, ничего, чтобы вы не забыли. Друзья, всем удачи и приятного просмотра. Поехали. Вы готовы, дети, к сегодняшней игре? Сегодня у нас в студии Нага Сирена. Это значит, что сегодня будем петь песенки, бегать сплитпушить и приходить в драку тогда, когда это необходимо. Мид. Наш персонаж абсолютно... безусловно подходит к центральной линии.
Поэтому идем на центральную линию. Касаемо айтемов, которые нам нужны будут, это нужно будет топорик, хилочка одна. И такими айтемами мы фармливаем в ботл. Или лайновый, или... А чё, минером лес можно идти? Прикольно. Так, берут у нас тут снайпера. Хорошо, поехали. Идем на руну, ребят. Что по айтемам нужно будет? Нужна будет аквила. Возможно, стик я не буду брать. Посмотрим. Скорее всего, продадим ветки. Нужно было взять цирклетку. Посмотрим. Нави, GPG, Нави там какой-то. А как еще лес? Вот у меня тоже так вопрос такой интересный. Смутил. А как еще лес? Куда идти на минере? Друзья, по раскачке будем качать 2-3. Скорее всего, будем уходить такой в мини-ганг. Но, возможно, придется иллюзии брать. Иллюзии брать, возможно, придется. Посмотрим, посмотрим, друзья. Так, минер ставит у нас минки. Молодец. Кстати, профитные мины, но... Ну, как профитные? Все пойдут сюда. Вообще, эта сторона тяжелая для минера, на самом деле. Тут, как бы, ну, особо далеко не поставишь. Так, Фантом Лансер и Баланар. Это классно, это интересно будет. Это будет интересно. Куру купите. Куру купите, попрошу пацанов. Или придется соляру покупать. Что мы постараемся сделать на миде в основном? Возьмем аквилу, возьмем ботл, возьмем тревел. И будем пылесосить леса. Пылесосим, выфармливаем айтема, приходим в драки. Если будет оверфит нашей команды, то будем, скорее всего, заниматься тупо сплитпушем. Сплитпушем мы выиграем игру. Посмотрим по ходу дела. Так, тускар идет на ботом. Возможно, придется сейчас даже иллюзии качать, чтобы... Делает накат. Нет, но тут. Найс. Отвратительно сейчас было, если честно. Надо. Я хреново промикрил. Я понажимал на монету, монета не взялась. И, к сожалению. К сожалению, я вкачал ненужную способность. Опа, у меня опять бинды не работают. Не работают, это хорошо. Так, на миду, снайпер. Снайпер на миду, это хорошо. Это успешный мид будет. Его мы... Он, в принципе, ничего нам не сделает тут. Правильно подбирать позиционку, ластхитить. И будет все огонек. Хорошо. Только единственное, я вкачал дерьмо. Снайпер пол хп. Ладно. Ладно. Оп, иди сюда, сладенький. Иди сюда, сладенький. Все, третий возьмем. Че, Бара хочет пофармить со мной, постоять? Классика жанра. Иди и давай. Не надо мне тут фармить. Спасибо, конечно, за тангус, но вот прям вот надо заруинить мне крипа, и все огонем будет. Вот так вот сделаем, не хочу вытанковывать. Хорошо, пойдет. Вот так вот сделаем, чтобы не мешали спамом немножко. Так, знаете, что можно сделать? Вот так вот. Вот так вот делаем. Обманочка. Если снайпер у нас умненький, но не совсем. Берем пацана в сетку. Ну, пол хп раздамажили, этого достаточно. Ну и себе, конечно, пол хп, да? Ну, крипов очень много, тут нужно просто выфармить. Нужно просто выфармить этих крипов. Так сказать, nice try. На четвертом левеле можно уже смело пытаться убивать его со всеми кнопками.
Гоу, сапог. Отлично. Хорошо. Не добил. Плохо. Главное на миде это хороший last hit, которого зачастую под тавером не хватает. Но этого добьем. Да, блин. И так убьем. Не парься даже. Снайпер это корм. Тут даже ничего не поделать с ним. Будет фидить по КД. Тем более Бара. Бара бежит, тут смерть. Стопроцентно. Мы сейчас попробуем что-нибудь фастовое. Но тут по-любому Аквила нужна будет. Фастовый в Аквил, выходим и ГГ. Поднимаем себе ХП. Ой, ХП. Да, ХП поднимаем, ХП, манурегенчик. Манореген необходим нам для того, чтобы жить более комфортабельнее, так сказать. Во всех отличных удобствах. Типа еще такой загульчик на снайпера. Снайпер, скорее всего, скажет: да ну вас нафиг, пацаны, я любая. Ну, пытается он надрачивать. Щиток обычно я не беру на данного персонажа. Если мы стоим в мидлейне, как правило, он даже снайпер нас ну, просто оттычковать не может. Хотя, в принципе, герой такой, что должен тычковать по-страшному. Гоу тут хил всадим. И берем руну. Руну. Мне нравится movement speed на данном персонаже. Очень комфортабельный movement speed. 320, по-моему, в самом начале. Насколько я помню. Берешь сапог, очень быстро передвигаешься сразу. Качать ли ульт на 6 уровне? Честно, я склоняюсь к тому, что пока качать его не нужно. Лично, ну, вот в данной ситуации. А так обычно по ситуации качается ульт. Обычно ульт качается по ситуации. Что ты хочешь от меня? В данной ситуации ульт качать не буду. Хорошо. Хорошо. Last hit, last hit, last hit. Еще раз last hit. Можно поспамить немножко. Развелили шарпнель. Можно будет. В принципе, сейчас крип. О, гоу. А что под тавр гоу? Включим аквилу. Гоу, пробежимся. Братан, это не 83-я карта. Тут шрапнели по КД выкидывать, это зашквар. Они КДшатся очень долго. Так, там лего в лесу, если что еще. Гоу, зайдем на руну. Веточки надо будет продать. Что на руне у нас тут? Дабл дэмэдж. Хорошая руна. Хорошая руна. Так, что там у нас? Ушел, да, снайпер? Не вижу его. Снайпер ушел. Миссинг. Ре. Хорошо, сейчас немного крипов отпушим, убьем его. Тут, кстати, реализация ультимативная. Тут довольно-таки много способов, как ее, в принципе, можно реализовать. Данную ульту. Способов... Да-да-да, еще раз давай. Можешь ульту напрягать. Задрот. Гоу отпиваться. Задебафлю. Если сейчас нажму. Нажму иллюзию, задебафлю себе дабл дэмэдж. А с дабл дэмэджем можно попробовать немного понаглеть. Хитрюга. Гоу поищем. Пацана в лесу. Пока ДД идет. Плохо. Пока каст этот был, у него сапог там, он убежал просто. Найс. Идем на центральную дальше. Гоу, возьмем вардик себе на мид, чтобы убить снайпера и подловить его на позиционке. Потому что по-другому, что-то как-то мне тут... Он стоит вроде АФК, но тем не менее он фармит, левел идет. Убить я его соло не могу. Вообще, могу его соло убить, просто почему-то не могу.
Могу, вообще могу его соло убить, но почему-то не могу. Пока фармим, в общем. Не знаю, почему я бегаю. В любом случае, фарм здесь будет, так сказать, зачетной темой. Хорошо. Чем раньше я сделаю Radiance, тем лучше. Отлично. Хорошо. Если честно, думал в ганку идти, но тут типа в ганк походу никак. Надо ТПшечку носить с собой. У меня два вот этих непонятных Ironwood Brunch. Ironbrunky, как называется это дело. Они мне абсолютно не нужны. Мне нужен слот. Ого, фазы. Страшно, врубай. С фейзами, парень. Идем на руну, сбегаем. Хорошо. Все, вот так вот делаем. Что, они мид собрались душить? Честно, не хотелось бы сейчас атаку делать с Баратрумом, потому что он задебафит вторым смело. И все. Хорошо. Отлично. Так, мансанули. Аккуратненько, по стороночкам. Т-шку будем душить. Отходим. Ни одного крипа не забрал просто. Неудачник 228. Одну иллюзию оставляем здесь. Это иллюзия. Это сейчас допушим основной нагой. Хорошо. Отлично. Так, есть иллюзии тут. Что на самом деле можно по чуть-чуть выходить в беготню, в небольшую такую, побегать, немного поромить, погангать, но сейчас там идет драка нанизу. Можно тут мид толкнуть хорошо. Тут мид можно хорошо толкнуть. Можно хорошо мид толкнуть. Данный герой, в принципе, в ганге, ну, смотрите, типа, как тут играть. В ганге я не хочу уходить пока что. Вообще, ну, просто вот жесть как не хочется, потому что идет хороший фарм. Несмотря на то, что команда подфиживает, самое время прокачать ульту, потому что уже время такое опасненькое становится. Прокачиваем ультимативную. Поддушим крипов сейчас и выйдем. Будет слишком опасно, я уйду. Тут надо ультимативную жать. Слишком меня раскусили быстро что-то. Быстро раскусили меня что-то, Вася. Так, что там происходит? Это настоящая, это иллюзия. Идем на низ в любом случае. До фарми тут копейки остались. Просто excellent. Успеваю на руну. Главное за руной ходить. За руной. За руной. 12-я минута. Отлично. Если будет монета, монета это хорошо. Монета это отлично. Идем на мидлейн. Боже, отличное ТП. Мне так нравится, если честно. Сходил туда, там подфармил. Вышел на мидлейн, там подфармлю. А если войт еще не будет крипчиков забирать, будет вообще прекрасно. И тут до сакра, до копейка. Отлично. Ладно. Хорошо. И
Ему он не нужен абсолютно. Гоу туда. Минеру можно было дать, кстати. Чё-то я так это не задумался, если честно. Опа-ча. А тут подстава. Опа-ча. Самое время попить кока-колу в такие моменты. Они случайно оказались на 13 минуты все вот здесь. Все вместе. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Но на самом деле, можно было сейчас попытаться обмануть и уйти через тавр. Но, типа, я как бы думал, что там один фантом начал уходить уже. Ну как один фантом, там еще и снайпер был. Не суть. Короче, ошибка. Безусловно. Смерть — это всегда ошибка. Если ты умираешь, то значит ты как-то ошибся. Либо загулял, либо затупил, либо еще что-то. Хорошо. Гоу. Бот там. Ульт на разок. Пока что. Пока леги нету, гоу. Вниз подпушим. Сейчас радик уже возьмем. Копейки остались. Уже до радика тут. Данный персонаж без радика, я не знаю. Четверка только если... Радиенс с мида на данном персонаже — это круто. Это круто. Радиенс с мида — это очень полезно. Юзаем третий. Отлично. И спушим спокойно. Спокойно пушим. Как видите, пуш идет отлично за один заход. Тэшку сломать. Найс. Как обычно, герой начинает обходить. Минус... Радик. Минус ресипи. Печалька. Войт, я могу сам тут, если что, справиться. Спасибо тебе большое. Но, по-моему, я тут могу сам. Мне так кажется, по крайней мере. Ладно, я пошел на мид. Да что ты за мной ходишь? Уйди! Что ты за мной ходит? Ходит просто, он за мной направил М-кой и все, и побежал. Я думаю, что он ходит за мной, оказывается, за мной просто тупо ходит. Боже, я из-за него и на миду фарма сколько просадил. Ужас. Что, вот реально, просто. Ребят, ну напишите, как такого Войда назвать, что он хочет от меня, я не понимаю. Хорошо, замазали пацана. Блин, ну из-за него на минуту, на полторы минуты сакрит отсрочился. Жесть. Появился сакрит. Жесть, конечно. Просто за мной ходит. Так, есть у меня радик. Все, с радиком сейчас начнем играть более агрессивно, друзья. Сейчас немного агрессивную игру покажем пацанам. Если что, есть ультимативно. Можно вообще сплитпушить спокойно. Тут единственное, сайленс Баланара будет немного напрягать. И нужно раскачивать иллюзии сейчас, потому что через иллюзии будем играть. В любом случае, это вот это настоящий. Все. Отправляем иллюзии. Кого нам ботом? Good game, well played. А, боже. Это Орна. Это Орна. Войд зашипел. Травала дальше, ребят. Войд зашипел. Ой, Орный Войд, я не знаю. Ребят, специфический геймплей, да, наверное, вы скажете, специфический геймплей, стилить там с третьего, бегать. Ну, у Наги есть возможность у иллюзий использовать третий спелл. Соответственно, не пользоваться этой темой, это типа на самом деле такое. Сейчас будем выходить travel, дальше
возможно, что-то еще жесткое, потому что travel нам тут в любом случае нужно, чтобы перемещаться, и манту надо делать. И дальше стандартный кинить боевые айтемы. И ГГ. И ГГ, эту катку мы хах, просто вот так сделаем. Фантома потащим в лайфгейминге, как думаете? Как думаете, фантома потащим? Гоу, кикнем его. Посмотрим, что там пацаны пишут. Еее, Вася пишут, наверное. Гоу, кик. Кик, изи. Он просто нам не нужен в этой игре. Кик. Кик-кик. Думок. Думок. Типа дымок, что ли, или думок. Реконнектит. Да ладно. Вернулась ноша наша. Просто купол своих ставит парень. Сомнительный тиммейт. Сейчас, пока идем по вот этой линии, а потом уйдем в лес. Сейчас тайминги подойдут. Можно, в принципе, оставить тут иллюзии и уйти. Классный фарм спелл третий, да, ребят? Снимает всю арморку, дает дэмэдж и по кайфу. Отлично. Отлично. Снайпер. Он думает, я ушел. Кого немного вот сюда. В наглую вот так вот. Загрызли. Хорошо. Загрызли. Блин, ну тут минки стоят. Привет, это я, Артём. Привет, это я, Аркадий. Слушайте, ну вот эти мины тут, которые стоят, они мне, блин, вообще мешают на самом деле. Ну сорян, пришлось эти мины слить. Боже, Войд без ультимативных прыгает туда. Я ему сетку дал. Где настоящий? Вот он. Блин, я и тот фраг тоже не забрал, да? Гоманку. Хорошо. Ультимативную вкачаем. Отлично. Сейчас тревела прилетят. И на топ надо улетать, подфармливать. Хорошо. Отлично. Оп. 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 Найс, тайминги. Классическая фраза. Все, докачали левел, это отлично. Забрал, алло. Боже, отдай. Ну что за вот это обезьянья привычка, отучайтесь, пожалуйста, бесит. Я ору с таких пацанов. Обезьянья привычка это называется. Увидели банан? О. Банантик. Увидели аквил? О! Схватили. Я ору, честно, ребят. А, ужас. Это ужас. Снайпера вытянул. Пам. Минер сорвало. У-у-а! Ковману восполним немного. Ну, тиммейта можно спасти, в принципе. Беги, мой друг. Беги, мой друг. Я спас тебе жопку. Спасибо, бро. О, го вот сюда. Так сказать, проявил смекалочку и убил. Найс, все бегут туда в эту. Стапа был. You die. Отлично. Молодцы. Раскайтилы. Раскайтилы. Так. Нанизу крипчики есть. Тут крипчики есть. Чпоньк. До побачення. Наверное, создадим иллюзии и уйдем, друзья. Пойдем на базу сходим.
базу сходим. Пусть иллюзии работают, а мы пошли. Две иллюзии здесь достаточно, одну здесь поставим. Одну иллюзию здесь поставим. Все, и на базу пешочком. Так сказать, фарм-контора, фарм-контора. Алло, здравствуйте, нам одну нагу, пожалуйста, как мы просили. Да-да, сейчас будет, ожидайте. Спасибо, пип-пип-пип-пип. Все, вот так вот и живем, ребят. Нагу создаем. Создаем нагу, фармим. И ггшка. 3800 на кармане. Можно взять сейчас соул-бустер, на самом деле. Это будет хорошо. Можно сделать манту. Отправляем иллюзии по миду. Хорошо, go вот сюда. Эй, сейлор. Так сказать, за любовь. Мы деремся за любовь. Обезьянья привычка. Так, руну мою забирают тут в любом случае. Хорошо. Да что ты за мной ходишь? Уйди, уйди от меня. Что ты хочешь от меня? Что он за мной ходит? Ты посмотрите на него! Ну это же контент! Вот зачем? Зачем ты ходишь за мной? Это же контент! Ты понимаешь, что это контент? Когда ты ходишь за мной, это контент. Это ржачно. Это контент. Вообще можно в наглую вот так вот снайпера задушить. Опа. Выезжают пацаны. Ой, какой купол. А это уже другой контент. Снайпер там умрет. Микрорасчеты. Снайпер не умер. Нет. Умер. Отлично. Далее. А, не. Надо ультимативную жать, друзья. Ждем. Борочка. Ну, жду иллюзию. Уф, снесли просто иллюзию. Не-не. Я виноват. Надо сюда вести их. Ты дурачок. Там не победить. Там не выиграть их. Сейчас. О, диффуз есть. Гайда просто хороший, спасибо. Гайды просто хорошие. Не там не хороший, а просто хороший. Ну, такие, ну пойду, знаете. Типа, ну пойду так, с пивком под чипсики можем посмотреть. Так, можно мне вот сюда одного пацана? Ой. Деремся. Иди, помоги там. Ходим по рунам, собираем золото. Снайпера таки убило. Как я и планировал. Баланара может тут вытащить. Хук. Нет, он прыгает. True sight надо дать? Нет, не дается. Ладно, ловим пацана. Держи в курсе. Хорошо. Отправляем эту здесь, к утерьму. И уходим на другую линию. Боже, вот это перемещение, это просто класс. Я обожаю эту игру. Это, так сказать, вот это дота. Мы играем в доту сейчас. Размакшенные иллюзии. Хорошо, 4К уже есть. Иллюзию отправлю здесь. У нас мид уже подходит. И так и бегаем. Акторинчик есть. Ребят, напоминаю, что делает акторин. Акторин снижает у нас колдаун и дает отхилс magic damage. То есть, соответственно, у нас с Радиенса будет, с третьего будет отхил. Но не суть. Нам главное снять колдауны. Чем меньше КД, тем лучше. Чем меньше КД, тем лучше. Подняли иллюзию. Отпустили по миду.
все, сюда. Сами сюда идем. Одну иллюзию сюда. Эти здесь по миду. Отлично. А, Баланар сбил. Опа, купола золотые. Золотые купола. Так, ребята тут пофармили, да? Отлично. Отправляем иллюзии теперь туда. Так. Вот этого пацана грызите. Манту надо, блин. Диффуз, вернее, чтобы быть более отвратительным. Дядя Женя интересуется, где я. Братиш, сейчас задушим эту игру. Надо иллюзию создавать. И уходим. Путаем врагов своих. Там Легион очень сильно контрит иллюзии. За счет того, что он их просто сметает за секундочку. Гоу сделаем, наверное, сейчас этот. Сейчас, скорее всего, нужно будет делать диффуз. Манту все же пока нет. Диффуз. Просто иллюзиями дерусь. Я вообще в файтах, в принципе, не участвую. Просто иллюзии, иллюзии, иллюзии. Еще раз иллюзии. Полна топочка. И по низу пошло. Так сказать, искусство сплитпуша показываю вам. Очень довольно-таки интересная страта гейминга. И все довольно-таки просто. Просто иллюзии отправляешь куда надо и все. По топу теперь, по боттому. Это все вот так вот и будет происходить. Так и работает это все. Они просто за мной бегают и не могут поймать. Там ташка падает. Отлично. Сметаем тут пацанов. Пойдем на низ. Теперь сейчас руны уже рез... Ой, руны. Резнутся сейчас крипчики в лесу. И пойдем спокойно подфармливать дальше. Отлично. Отлично, этих сюда. Сами здесь на три кемпа. Эти по низу. И вот этого, вот эту иллюзию вот сюда. Хорошо. Тридцать пять латенца вам хватит, пацаны. 4800 на кармане, это хорошо. Эх, не успел немножко. Одного на мид. Вот так вот. Через шифты, ребят, играем. Все просто. Пойдем на руну. Не забываем про руны. Сейчас тут резнуться, не заблочь, чтобы. Оп, сметаем. 5к есть. Отлично. И заодно лесочек. И заодно лесочек подметаем. Так сказать, пылесосим по максимуму. Так, следующий айтем. Можно все-таки манту сделать. Гоу иллюзии по низу. Одну иллюзию туда. Сами на топ. Хорошо, можно тараску просто. Можно заставить просто бегать за ней. Чтоб зафармить как можно больше. Можно тараску тупо сделать сейчас. Они будут бегать за этой иллюзией. Она будет просто жирнючая. Гоу так и сделаем. Контбент, так контбент. Можно сделать манту, в принципе. Можно сделать диффуз сразу. Это будет очень страшно сейчас. Я всю карту пылесошу просто. Просто всю карту.
Гоутараску. Сами ТП на низ делаем. Боже, ну вот такая, ребят, примерно игра и выходит на наги. Это прикольно, это оживленно. То есть, не знаю. Смотрите сами как. Ну, такой своеобразный геймплей, да? Своеобразный. Не деремся, тупо фармим, сплитпушим. Очень быстро фармим. Очень быстро фармим. Говорите всех сюда. Этого пацана сюда. На свои иллюзии Тараску принеси. Отлично. Хорошо. 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 Можно мне Тараску мою принести? Боже, реюзает. Что за... Ой, бара, животнич просто. Ужас. Ужас. Ужас, это не бара, это... Да, на базу ее отправь уже. Я уже сейчас диффуз докуплю, пока мне Тараска прилетит. Гоу Аквилу продадим. Или лучше ботл, ребят, ботл продадим. Ботл. Башер. Гоу. Отлично, есть. Все, есть айтемы, гоу. Душить. Тараска есть, все есть. Тараска есть, все есть. Первый задушенный пацан. Оли Щитович. Где моя Тараска? Где мой диффуз? Отлично. Ну и поехали. К такому айтем-билду еще можно манту добавить. Тут, в принципе, уже не страшно будет. Один... Пацаны сейчас, наверное, в шоке такие увидели. Нифига себе у нее айтемы, откуда? Просто 300 крипов. Это немного, но еще минус, еще плюс лес. Ну, 400. 400 крипов. Сейчас посмотрите, просто это иллюзия, это будет страшная вещь. Одна иллюзия, что будет творить. Гоу, я на топ уйду. Они очень жирные. Очень жирные иллюзии. Боже, посмотрите, одни иллюзии убивают. Это и смех, и грех, на самом деле. Иллюзии убивают. Просто иллюзии убивают. Я пока на топе тут шурудю. Шурудю. Боже, это страшно, вырубай. Пока на мид перейдем. Это страшно. Веками фи, говорит минер. Сметает, правда, с первого спелла лего иллюзии. 300% дэмэджа. Чем больше крипов, тем сильнее. Гоу манту еще до кучи сделаем. А чё нет? Кто? Баланар там? Гоу Баланар. Задушим. Я ему сетку дам. Отлично. Просто перефармил. Я, так сказать, перефармился. И теперь мне что-то вообще ничего не страшно. Боже, как же это изи на, этой, на этом герое. Отправляем иллюзии. И сейчас как раз чуть-чуть там дофармим. Дофармим чуть-чуть. Хорошо. До манты копейки. С маной проблем нет никаких. Ну, Аквила дает реген хороший. Гоу, продадим Аквилу. Этого туда, этих сюда. Отлично. Ребят, ну, наверное, вам покажется этот геймплей скучный, но я кайфую. Я кайфую с такого геймплея, не знаю. 1800. Сейчас по низу. Ага, вот сюда. И успею там взять пару крипов. Не успел чуть-чуть. Сейчас Рошана добьют. Рошана добьют, гоу. Отлично, можно было пока вот этот кэмп бить, в принципе. Все, есть 6 слотов. Нормально. 6 слотов, это нормально.
в наглую сейчас пойти подраться можно бы с пятерых даже. Если что, ультануть. Главное, чтобы Легу надо заэвейдить, чтобы он иллюзии не смял с одной кнопки. Так сказать, Легу надо заэвейдить просто. Тараска работает. Неудачники? Или удачники? Бала, ты куда? Хитрый Бала. Отлично, этот наш. Ну, мой, вернее. Хорошо, иди сюда. Еще диффуза вкинем. Делаем вид, что это настоящий. Хорошо. Сразу. Изи ПТС, да? А, ну изи на самом деле. Хен, который фейк затащил. Подписывайтесь на канал Ксен. Вот так вот сделаем. Да ты фейк. На канале чекнешь потом, братишка. Хорошо. Так, ну тут надо уйти. Все, go back, маны нет. Вот, блин. Ладно, будем драться. Тараска есть, главное. Такое дело. Буду душить. Нет, не буду. Сейчас меня задушат. Маны нету вообще. Толку нету тут. Фейк. Успокаивает себя, что ли? Гоу, муншарт. Успокаивается. Жесть. Но сейчас, походу, придется еще... блин, этот взять. Ладно, гоу шарт сначала. Диффуз апать еще раз. Гоу на Б. Фейк. Ребят, ну я не знаю, с кого больше орать. С Войды, который за мной бегал? Или с чела, который пишет, что это фейк? Причем он так уверенно это пишет. Не знаю, гоуманку немного быстрее восстанавливать. И диффуза надо будет сейчас апать еще раз, друзья. Так, ну что? Гоу, вот так вот даже. Гоу. Так, Баланар там, смотрите, ночь настала. Мы готовы душить. Готовы, готовы. Гоу, иллюзии по разделеночке. Иллюзии по разделеночке. Боже, как же они душат, посмотрите просто. Это только иллюзии. Посмотрите, там еще одна иллюзия живая. Боже. Это страшно, вырубай. Можно сейчас в наглую забежать. Главное за маной следить, чтобы если что, ультимативную нажать. Но там Лего, блин, перекроет всю эту контору. Кстати, ману жжет. Как бешеный. На дистанции держимся пока. Да, Лего просто подходит. Первым спеллом он сметает все иллюзии. Это, конечно, прискорбно. Но у меня мана успевает набираться. Так сказать, не сильно много маны трачу. Мана успевает набираться. Не знаю, я не хочу с этой линии уходить.
Лего там, бедный. Просто убивает иллюзии с первого спелла. Там вообще не котируется. Вообще пофиг ему. Фейк. Отлично. Смяли всех. Че, я готов зайти на самом деле. Пойти подраться соло, что ли? Легиона боюсь только. Контрпикает, так сказать. С по-страшному. Его отведем. Чтобы если что, он пыхнул в одного в кого-то. Хорошо. Отлично. Хорошо. Ладно. Душа. Минер стычки забрал, но это был мой ультра. Пацаны, так нечестно. Так нечестно. Дай возьму ману. Хорошо. Куканешь? Почти. Молодец. Сюда встань. Спасибо снипу за победу. Снайпер тут при чем? О, кусочек лакомый. Ладно. Кого допушиваем? Ну, жесткая, жесткая катка, ребят. Ну, надо только так и душить. В драке ничего не понятно, на самом деле. Вот этого пацана надо в сеточку. Все, он теперь не уйдет в инвиз. В инвиз он не уйдет. Куда катиться будешь? Эх, ну не туда ты покатился. Не туда ты покатился. Сноуболист. Ко под колодец. Ладно. Просто под колодцем. Просто под колодцем у меня. Ребят, ну вот такая катка на наги. Не знаю, понравится вам геймплей, нет. Но тут тупо сплитпушем выфармливаешь по максимальному. Берешь свои айтемы, 32 минуты, гг изи. На самом деле. Ну, вот такая первая катка, ребят. Не знаю, понравится, нет. Но можете поставить лайк, если вам понравился такой геймплей. Go next. Попробуем нага немного поагрессивнее сыграть. Хотя в любом случае такая игра и выходит. 392 крипа. И что у нас получается? И нейтралов сколько? И 132 нейтрала. Ну, 400-500 крипов за 44. Ну и то в конце уже начал просто одну линию давить. В принципе, поехали next. Ну, надо ж красивым быть на стриме, я не знаю. Ой, на стриме, на записи гайдов. Поэтому надо волосы на бочок, баночки побольше. И поехали. Так, друзья, second game на наге. Дядя Женя. Дядя Женя. Это не сработало так, как мы хотели. Печалька. Ну, ничего, go, ребят. Second game, нага. Сейчас будем... Опа, баруми, баратруми, баруми. Сейчас будем играть... Так, через мидлайн мы сыграли. Сыграли через Радианс. Хотелось бы поиграть в Роуми на данном персонаже, но это уже третья игра, когда уже идешь в Роум на, так сказать, на низких рейтингах и не понимаешь, что нужно делать, когда выходишь гангануть. И, соответственно, как правило, выходишь в фарм. Две игры в фарме выиграли, в роуме одну проиграл. То есть, а те слишком изи такие игры были, и поэтому вставлять их не очень хочется. Я надеюсь, вот эта игра подойдет, и будем душить. Вокер мид. Да, Вокер идет мидлейн. Тогда погнали. Так, Гиро. Гиросбургер. Хорошо. Пойдем такими айтемами.
Посмотрим, что у нас получится. Сейчас посмотрим, что мы будем делать по геймингу. Посмотрим сейчас по их пику. Ага. Сларк. Сларк Бара. Химик. У нас очень слабенький пик. Единственное, если кунка хороший, это очень хорошо зарешает. Но в лейте мы должны побеждать за счет инвокера. И за счет пассивки Таурена. Таурель. Таурель. Тиндерлим в простонародье, ребят. Что ж, тогда знаете, что делаем? Сейчас мы фармим. Давайте фаст айтемы, блин, тоже как-то. Посмотрим сейчас как. Будем подроумливать немного. Возьмем ботл, пойдем в роум. Кого мы роумить тут будем? Алхимика по КД роумить. Первый кастует. Я понимаю. Ой, это отвратительно. Да-да-да, за мной беги. Его закроем, ведь не закрыл. Но я без хила остался. У меня иллюзия просто сюда запрыгнула. Засуицидься. Печально, без хила меня оставили. Вдвоем. Барана бег сдал сразу. Дядя Женя знает, куда бежать. Надо душить. Так. В принципе... Вот этот парень на верте, это будет вообще не проблема, я считаю. Вообще не проблема. Только единственное, мне тут пришлось иллюзии качнуть. Единственное, пришлось иллюзию качнуть, тебе нужен хил. Братан, сильно там не танчи их. У меня нету ничего. Чтобы проявить, так сказать, тоже активность. Пришлось иллюзии на подсейв вкачивать. Вообще, гоу активно. Если Таурен будет активно играть, мы будем тоже активно играть. Сеточку третий на раз, сеточку на двоечку и поехала. Попробуем. ЛВ лап, ну и гоу. Будет нормалек. Ракетку будешь кидать свою? Хорошо. Поухильнемся. Та-та-та-ра-та. На третьем можно убивать, пробовать. На третьем. Блин, ну не хватает немного левела, бро. Крип сейчас добьется. Отлично. Отлично. Четко. Четко крип, смотрю, там крип лоу хэповый уже переключил, что сейчас будет уже ешка. Сразу ешку прокачиваем, отлично. Отлично вышло. Неплохо даже, я бы сказал бы. Сапог берем. Выходим в аквилу. В аквилу. В аквилу и гоу-гоу-гоу. Блин, ману сбил мне. Ой-ой-ой-ой-ой, ну собьет. Ну что ж такое-то? Я по монопулам, если честно, не понял. Какие там монопулы будут. Блин, мне весь хил абсолютно сбили. Отвратительно. Придется на базу сейчас идти. Не хочу. Либо пусть убивают, потому что на базу идти зашквар сейчас вообще по-страшному. Буду стоять просто. Попробовать что-то подлосхичивать. Без хп. Потому что это жестко. Вырубай. Все, гоу на Б. Ох, что дядя Женя на баратруме. Прибежал мне, хилочки сбил. Но если честно, я думал, я его тут заберу, потому что скрипами очень хорошо. Надо было сразу дэшку дать, просто по монопулам. Монопула 80-100, я примерился примерно посмотреть. Вроде получается. По монопулам.
Берем ТПшку и хилку. Хилку. Поехали такими айтемами. Го. Го верта. Изи вообще верта, мне кажется, убьем. Бара. Кукусики. Не хочу, чтобы он мне хил сбил, поэтому... Ага. Попытался убежать, а в сетке-то не убежать. Хорошо. Отлично, с Тауреном просто разыграли. С Тауреном по-страшному разыграли сейчас. Хитрый. Хитрый. На базу опять идти не очень хочется. Но сейчас на меня набег будет, все дела. Аквила включена, страшно врубай. Так, отходим. Бара на мид побежал. Все, я понял, внизу можно поспокойнее постоять. Ой, какие метеоризмы. Метеоризмы, ребят, гуглите, что это. Ару. Ару. Опа. У меня все равно маны нету. На драку. Ультимативная, ультимативная. Может немножко тут помочь нам. Ребят, go bottle. Без маны вообще страшно, врубай. Лучше по рунам будем бегать. Че, уюзаем ульту. 100 хп, выживаю. Правда, замедление страшное. Отлично. Идем по такому глупому пути, но тут живем в любом случае. Поднимаем себе хп, мана пул. Отлично, 500 хп есть. Не-не. Сколько маны? Дядя Женя. 70 маны, нет, нет страха. No fear. А, нет руны. Печалька. Печалька, что руны нет. Та-та-та-ра-та. Че, покупать что ли вардики, чтобы руну чекать? Зря ботл взял, что ли? Одна тычка, до свидания. Стик можно взять на данную руну, в принципе. Я думал, я буду... вардик. Надо вардик, ребят. Гоу. Отлично. Вардик надо ткнуть на руну. Надо ткнуть вардик на руну. Оу. Просто до свидули сказал и все. Даже в принципе ничего не сказал. Странно. Не знаю, а что он так просто взял, вышел. Мамка сказала, наверное, сын, хватит играть в доту. Ладно, продаем. Страшно. Ну, минус Таурен. Минус Таурен у нас. Странно, а чё он вышел? Ладно, фармим, ребят. Фармим, айтемов нету, 8-я минута, 2к должно быть. 2к должно быть. Просто фармим. Фармим, фармим, фармим. Можно
нужно разминать по чуть, пацана. Стик есть. Боже. Ну, знал бы, что Бара бежит, я бы, конечно, сразу сон дал. Но я же не знаю. Блин, хитреску продали, я думал Володьку выйти. Ах, боже, душители. Ладно, хрен с вами. Хрен с вами. Го на топ подеремся, я не знаю. Го, да пофиг вообще, сейчас подеремся. Можно мне фражочек? Ей. Можно мне фражочек? Я тоже хочу. Ганг гангом, а атака атакой тоже. Так сказать, ганг превратился в ганг. Ганг превратился в ганг. Десятая минута, блин, руна должна быть. А, химик армлет и побежал на руну. А я-то не фармлю, ребят. Я-то не фармлю. Так сказать, ганг превратился в ганг. Хорошо. Не хватает немного на сетку. Хорошо. Ганг превратился в ганг. Надо на базу идти. Ботл не могу нигде взять. Химик переконтривает. Я не выхожу на руны. Я не выхожу на руны. Я не успеваю просто на руны идти. Файты постоянно. Ботл отлично вообще, так сказать, руинит не игру сейчас. Отлично руинит. Да, это именно так и звучит. Ну сейчас на 12 возьму. А, он хитрец к себе забрал, Вокер. Молодец, хоть так. Так, берем тут руну. Не знаю, можно диффуз выйти. Иллюзии раскачивать и драться. Тоже будет прикольно. Но там алхимик фармит. Алхимик фармит, это плохо. А с диффузой мы сможем его перекрывать, алхимика, в принципе. Отличная руна. Хорошая. Но там армлет. Гоу, на фул отпиваемся. Достаточно мана регин. ХП, главное ХП поднять, мана сама зарегенится. Тут last bottle можно не юзать. Last bottle его можно не юзать. Хорошо. У нас снайперы, если честно, слабенький же геройчик. ТП-шку делаем, здесь успеваю. Ну нет, никак. Хорошо. Души, 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 вместе победим. Отлично. Хорошо. Сейчас тут алхимик, по идее, будет где-то. Страшно, врубай. Или нету, все найс. Пойдет. Иллюзии, ребят, нужны. Мне нужны иллюзии, живые иллюзии. А то 600 дэмэджа, типа это 600% дэмэджа, это очень много. Гоу хотя бы на 300. Хотя бы. Но чуть-чуть не успел помочь снайперу, но... А что поделать? Что поделать? Врадик выходит. В лес сходить надо, он сейчас будет там без ульты. Сейчас ульт примерно включил.
Гоу-гоу-гоу, сейчас ТП сюда, сразу задувочка, батлыга. Гоу. Монету взял, да? Понятно. Лол. Ах, а переармлетить. Запутался немного. Я думал, он уйдет уже. Я думал, со снайпера ультимативный хватит. Ужас. Вот это я дурачок, ребят. Чуть моя ошибка не стала поводом для того, чтобы алхимик пошел дальше погулять. Слушайте, а у меня тут сакрат не за горами, в принципе. На 17-й минуте дефолт, так сказать, будет. Гоу, линию, линию, линию. Нельзя на линии крипов прогуливать. Чё ж я так, блин, туплю? Что там мать орёт? Блин. У меня мамка такая голосистая. Она, если что-то начинает там ругаться, это слышно на всю комнату, на всю деревню. Жесть. Да, орёт там просто по-страшно. Я надеюсь, вам это не слышно. Хотя по-любому это слышно. Но ничего страшного, как говорится. Ничего страшного. Так, юзаем иллюжн. Погнали, тавр возьмем. Опа. Опа, ну у нас тут химосик. На рейдже нет смысла с ним. То есть я просто так сейчас буду сливать свои, так сказать, кдшки. Не нужно абсолютно. Оно того не стоит. Там химик пришел, да? Он на руну сейчас пойдет. Тут будем за руну драться. Отлично. Пойди и зарежу его. Хорошо. Закайтил второй его. Опа. А это уже плохо. Это уже плохо звучит. Но бара сейчас даст чардж, я могу тут умереть. Пацаны могут не отпустить просто. Все, отпустили. Отпустили. Встань наперед к нему, он же прыгать будет. Санструйки будет сейчас. Умер. Хорош. Гоу сюда ТП-шка, надо добить. Добить тавр. Добить тавр надо. Оп. Радианс есть. 17-я минута, дефолт. Радианс. Гоу. Дофармливаем. Есть иллюзия. Все, иллюзия в 4. Отлично. Сейчас будем пытаться душить максимально качественно. Меня душили в начале. Сейчас начнем душить тоже. СФ пришел. Гоу на руну. СФ. СФ я тоже могу убивать. Сейчас будет фулл мана и изи. В три кнопки убью его. Химик на миду, он не законтрит. Руду. Сейчас сюда, скорее всего, СФ пойдет. Надо будет ману отпить. Вот так вот сделаем. Оп, хорошо. Но СФ мой тут стопроцентно. Он сейчас пойдет сюда. На вот этих кемпы. На вот эти кемпы нужно будет забирать его. Нет, он не пошел сюда. Куда он пошел тогда? Вот он. Тут даже так. Даже так соберу. Mm-hmm.
Так, дальше travel. Выходим в default. На меня бар побежал. Да, вижу. Есть кнопки у бара. Nice от нос. На меня сейчас будет еще ракета лететь. Я вижу. Ну типа это дабл стан сейчас будет, да? Серьезно? Да еще и от нос, дядя Женя, пощади. Ты что делаешь? Что это такое? Байбек, врыв. Я сейчас наказывать буду. Да продайся ты. Блин, мой микроконтроль меня убивает. Собрались. Сюда все по одному. Да быстрее тпшься ты, дурочка. Быстрее. Боже, как же долго тпшится. Давай, 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 давай. Давай, давай. Минус 2 сейчас. Минус 3 надо тут делать. Просто изи. Изичайшие пацаны тут. Вот этот первый пошел. Второй пошел. Быстро, да в БМ, вообще плевать. Просто в БМ, разруба. И всех забрал. Вот зачем, зачем? Жесть, у меня начинает подгорать, когда такие относы у баратрума вылетают. Это страшно. Просто, ну, просто толкает. И все, стан, ладно, стан 2,5. 2,5, типа, а все остальное. Дальше, типа, эти станы, это отвратительно. Это ГГ. Как я сейчас троих не забрал, это плохо. Двоих, я рассчитывал двоих забрать, третьего я бы не забрал бы там в любом случае. Инвокер метеоритом, там кастами всеми этим. Задушил. Тараску что ли сделать? Вот это дядя Женя. Душит на своем баратруме. Пацаны тут зафармятся сами. Хорошо, мы на линию. На линию огня. Хорошо. 1600 есть. Ну, левел экспа плюс руна я как бы, ну, байбек отбил в любом случае. Правда, мне сейчас на базу идти. На базу идти. Тревела так и не купил. Так, БМы. Радики. Есть ТПшка. SF Lothar Sage. Если я сеточку успею кинуть, он умирает в любом случае. Сеточка дает true sight. Это классно. Это прикольно. Надо с леса выйти так. Щух. Сеточку и все. Базилку off. Давай, SF. Топай сюда. Радик. Сколько секунд? 17 секунд, я столько не проживу. Я столько не проживу. Ладно, гоу, варды. Они вниз идут. СКСФу помогать что ли фармить, хз. Сейчас надо завардиться. Гем. Гем у Верта. Зачем ты еще там даст, ты, Женя, на меня нажал? Боже, ну начинается вот это. Сейчас я заваржусь. А, как я заваржусь, если там гем? Логично. А че они вообще на низ пошли, интересно? Но я всегда, я вот сегодня всегда такие тайминги ловлю. Ладно, хрен с ним. Соберемся сейчас. Умер после байбека еще и пятером собирают. Сейчас они могут просто идти душить смело. Смело могут идти душить. Даже сейчас на ХГ пытаться зайти. Но они не зайдут в любом случае, но все равно. Все равно. Я сейчас резность, типа я разнесу их. У меня ультимативная была, там я уже не успел ничего нажимать. Снайпер. Снайпер дерется, дерется. Кунка нужен нам тут в команде. Так, 13 секунд. Крест ему дай. Крест дай. Кунка. Ой, я вот говорил про вот это. Кунка, если будет нормально, выиграем. Так, ладно, обсервы есть, можно поесть. Сеточку. Хорошо. Крипочек. Гоу, наперед, наперед, наперед. Обгоняем, обгоняем, обгоняем и блокаем. Хорошо. Обгоняем и блокуем. Хорошо. Обгоняем и блокаем. Эх, пропали уже. Я пыхнул просто так.
Ну, интересно, душат прям, пацаны, от Баратрума прям страшно. Блин, Баратрум такой персонаж, у него относы могут работать через каждые 30 секунд. А могут вообще в принципе не работать. Я не понимаю, как они работают. Они, там 17% шанса. Но они могут так прокать, как будто в последний раз в жизни. Хорошо. Как будто в последний раз прокать могут. Ага, гоу. Как будто в последний раз. Давай, давай, давай. Надо пережить вот эту тему. А, не дадут мне тут. Ладно. Найс. Боже. Ребят, ну, хелпанете? Хорошо. Где гем? Я не вижу гем. А, он забрал. Но он не умрет тут. Ой, не уйдет, вернее. Я ему второй сад. Пришлось вард там ткнуть. Быстренько, бара, когда резница. 3 секунды. Понял, отходим. Понял, вас понял, отходим. Надеюсь, не успел. Надо иллюзии создать, резче. Все, фармите тут, я побежал. Я побежал. Диффуза, ребят, нужна. Диффуза. Ну, чуть-чуть остается тут копеечки. 300 там. Успеваю дофармить. Так, это на базу. Хорошо. Отличненько. Даже я бы сказал бы. Ух уж этот дядя Женя. Зафоловятся дяди Жени. И начинают мучить своими баратрумами. Блин, я спалился этим. Опа. Где Женя? Там же иллюзии. Я левел только апнул. Боже, они тут все в лесу. Не души. Бара на меня побежал. Да, придется ульту, походу, гасить. Инвока тут. Инвока. Хорошо. Торрент. Ну, лоу-хэповые иллюзии это такой себе потенциал. Сларк в инвиз зашел. Мне шансов тут нету, надо уходить. Были бы иллюзии, были бы хп. Я бы подрался, так нет. Не хватает Тараски, блин, вот сейчас бы Тараска, конечно, пригодилась. Я бы сейчас дрался, как бешеный. 9 секунд создаем ультимативную и отходим. Ультимативную. Иллюзиативную. Вертлоу хаповый. Гоу смока. Можно сделать, обходят. Лост БКБха, лост БКБха. Даст-то надо. Против Сларка. БКБха, лост БКБшечка. Блэк холл. Да, можно именно так сделать. Зайти во сне. И задушить. СФ фармит. СФ изи вообще убивать. Вообще, сейчас я самый такой, прям очень сильно буду СФ нагнетать. Гоу драться, гоу драться. Вижен бы, я лез за вардилом. Бара побежал, вижу. Нету детекшена. Мог бы диффузу ему дать, типа, но там я в стане простоял 2,5, потом только началось все дело. Что ж такое-то вы бегаете туда-сюда?
оно шо. Вот оно шо. Обманочка. Как тебе, друг мой? Прикольно сделал, да? Предполагал, что где-то еще SF. Нажимаю кнопочку, а тут SF. Здравствуйте, я из компании Oriflame. Хотел бы предложить вам новую прекрасную тушь и этот прекрасный шампунь. А шампунь, между прочим, называется Жумайсба. Этот шампунь позволяет насыщенные волосы ваши, так сказать, сделать более насыщенными и сделать их более шелковистыми. Для того, чтобы получить данный шампунь, вам не нужно никуда ходить. Вообще, просто никуда ходить не нужно. Вы берете, заказываете по промокоду ксеназис топчик и поехали, поехали. И вам шампунь приходит буквально в течение 3 дней, и вы уже моете голову шампунем Жумайсенба. Ребят, очень все просто. Берете и заказываете прекрасный шампунь по промокоду ксеназис топчик. Вы получите скидку, ребят, не забывайте. Не забывайте, ребят. Скидочка по промокоду 15%, это вам не шутки. Вы просто берете, покупаете и кайфуете. Жумайсенба, скажи перхоте Буласенбе. Что-то там такое, ребят. Я не знаю просто, но я надеюсь, вам понравится. Ребят, не забывайте ставить лайк, если вам нравятся гайды. Если вы какой-то определенный гайд ждете, то, конечно, подписывайтесь. Мы будем ждать вместе эти гайды. А что поделать? Как быть? Как быть, гайды все ждут. Все хотят какие-то гайды новые, интересные. И я что же, блин, я один, я не могу. Они очень много времени требуют, эти гайды, на самом деле. Стараюсь их делать для вас. Стараюсь максимально качественно делать. Вот я, вот это уже, по-моему, 5-я игра на Наги. Я просто хочу красивую игру вставить, а не абы какую. Чтобы вы понимали, ребят. Просто нужно делать красивые игры, чтобы было интересно. Так, поймали алхимоса без ультимативный. Боже, я выговорить не могу. Без ультимативной поймали. Поймали мы. Ультимативно поймали мы алхимика. Алхимик пытается сопротивляться, но алхимика ничего не получается. Алхимик умирает. Вот, все, отлично получилось. А то у меня язычок немножко... Бла-бла-бла-бла. Просто всю ночь работал. Опа, эсэфиусы. А мы сделаем вид, что мы дурачки. Можно диффуза ему дать. Подожди, дожди, дожди. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Мой даст, мой фи, мой килл. Сорян. Сорян. Но алхимика перекрываю. Все равно на опыте как-то стараюсь с алхимосом играться. Но алхимику тяжело, очень тяжело. Так, 5к есть, сейчас будет тараской. Пойдем в снос. В снос иллюзиями. Ой, куда? Герой идет. Ну, Сларк, конечно, тут слабоватый, ребят, тут, ну, он, может, просто позиционку теряет постоянно. Но его либо контрит очень сильно, потому что, ну, у него ни слотов, ничего нет пока. Я его, в принципе, не боюсь. Гоу Тараску. Тараска. Как, блин, вот как меня вначале душили, это жесть, эти баши, относы. Это очень страшно. Ребят, никому не желаю такой темы, чтобы эти относы прям такие в тайминге. Просто понимаете, у меня вариативность, я могу закайтить. Ну, блин, тут вообще на наге можно делать ТП-ульт, ТП-ульт по КД. Просто ты вот идешь, делаешь ТП-ульт, ТП-ульт, ТП-ульт. И просто тебя никто никогда не убьет. И все. Но в той ситуации конкретно не было айтема, чтобы сделать ТП-ульт. И, соответственно, вот вам и результат. По ульт тут не затащит. Попала сетка, типа ГГ, вешайся. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Ну, душим ХГшку. Душим ХГ.
Душим ХГ, ребят. Души дальше. Я пошел прогуляюсь. Пойду химика встречать. У него что, Октарин? Да, очень быстро ульт. Только вроде ульт кончился уже. Ульт есть. Я его зарублю, по идее. Нет. Оп, сюда. Сларк задебафил ультимативную. Я зарегенюсь, пока тут буду. Немного не хватает дэмэджа на алхимика. Сейчас можно взять манту еще до кучи. Можно баш сделать. Go Abyssal сделаем. Или молнию. Молнию можно сделать вообще, в принципе. Ну, бару очень жестко разгрыз. Там Тараска. Страшно грубая. Можно молнию сделать к этому айтем билду, в принципе, вообще. Проблем никаких не будет. Атак спид. Бабочки, керасы всякие. Еще можно бабочку сделать. Тупо в сухую сейчас бабочку. Гоу сделаем. Красиво будет на картиночке. Люблю, когда на картинке бабочка такая. Прям на превьюшке. Кстати, на превьюшке очень редко бабочка мелькает. Поэтому давайте сделаем бабочку. Тем более будет очень большой промах. Будет, ну, так сказать, ловкости будет очень много с данного предмета. Отлично. Чуть-чуть не хватает на бабочку. А мы продадим несколько айтемов сейчас. Иллюзии скоро пропадут, поэтому сами в лес идем. Я не пойду, Рош. Не хочу. Линию зафармлю сейчас. Продам боту. Схожу на базу, возьму бабочку и поехал. Бара не прибежал, надо это поделать. Хорошо. Гоуварды. Отлично. И побежали. Есть бабочка, можно сделать будет сейчас еще Abyssal. И я, в принципе, заряжен. Заряженный на файты. Хорошо, есть бабочка. Гоу, драться. Там гем, что ли? Чешо. У меня есть ультимативная. Люди загрызут сами. Надо отойти. Ну почти. Давай, давай, замедление дичайшее от колдауна. Печалька, что скоржи убили, но типа там фраг мне мог бы достаться, очень красиво было бы. Очень красиво было бы. В одну иллюзию попросим потанчить. Так, можно потанчить? Иллюзия потанчить хочет. Отлично. С монопулом бы что-то сделать. Монопул это скади, типа, можно сделать. Можно сделать скади. Ну то такая более нага боевая, потому что дэмэдж нужен на алхимика. На алхимика много, надо дэмэджа. Сейчас мы завардимся тут. Гоу, сейчас иллюзию создаем, делаем варды. Можно сделать керасу вообще, в принципе. Гоу керасу сделаем. Сларк погибает. Сларк погибает. Тоже душит иллюзия просто по-страшному.
почти убивает. Можно вообще абиссал сделать. Абиссал это круто, это дэмэдж. Это море дэмэджа. И паши под иллюзиями. Но я тут, в принципе, бесконтактный бой делаю. Просто бесконтактный бой шаолиневский делаю. Вот и весь секрет. Надо допушить товара. Где у нас вертик? Вот он. Так сказать, догоняем вертолета. Не достаю, но он тут умрет. Ах ты забрал, сосранец. Нет, я бэк. ХП нету. Вернее, маны. Пойдет. Неплохо. Че, ребят, кираса? Или абиссал таким? Можно сделать абиссал? Прям с абиссалом, мама не горю, я могу 1x5 выходить. А так спида не будет хватать. А в принципе, если я сделаю, в любом случае будет хватать атак спида, моншарта еще будет. Кого абиссал? Инвокер умер, а Аегис минус. Так, ну что, гол тогда подеремся. Нас вообще 4, да? 4 нас, нас 4. Инвокер еще раз умирает? Нет, не умирает, живет. Ку-ку-в, братишка, и убегай. Ничего сложного. Так, килл любого. Не успел. Успел закинуть. О, в стенке, задержим его. Не успеваю. Хорошо. Задебафил ультимативный ушел. Хорошо. Так сказать, миссия невыполнима. Забрать гем. Абиссал надо, ребят. Гоу абиссал, чтобы душить химоса. Сейчас абиссал будет. Абиссал надо. Гоу варды расставим. Варды. Гоу, бабочку с базы можно включить. Тогда будем чуть побыстрее бежать. Промахи нам сейчас не нужны. Момент спид можно сделать так. Сларка застрелил. Застрелился АБМ. Красавчик. Ой-ой-ой, хорош. Того пацана можно догнать, наказать. Ладно, хрен с ним. Пусть живет. Отлично. Гоу, пока идем по линии. Одну иллюзию сюда. Эту иллюзию сюда. Сюда и сюда. Отлично. Сказать, работаем на все фронты. Можно манту сделать, но манту я тут не хочу уже делать. Тут как бы сейчас время такое, что не до манты. Манта тут, в принципе, абиссала можно закончить игру. Сказать, вгрызаться и душить. Для иллюзий это ничем не поможет, абиссал, но тем не менее абиссал очень хороший артефакт. Ставим варды, гоу в лес один поставим. Этих тут двоих можно сюда. Этого сюда. Хорошо. Я хотел в лес пойти иллюзию, ой, иллюзию, поставить вард. Ладно, гоу, блин, а куда поставим вард тогда? Гоу хотя бы сюда, потому что там уже абиссал. Абиссал надо забирать. Так сказать, уже накапало абиссал. 400 урона. С дабл дамагой, хорошо. Гоу. Лопнет, это хорошо. Ого, да это ж наш клиент. Так, иллюзии относим. Одну ультимативную жмем. Надо переждать. Гоу, ТП лучше сделаем. Драться там 1x9 не хочется.
С базы бабочку включим, побежали. Побежали. А чё инвокер не ушел? Как ты не ушел? Там их 4. Их 5 даже, по-моему, было. Хорошо. Парень, так сказать, заблудился. Заплутал. Не успел. Успею нажать кнопку. Дальше кнопки я не жму. Сларк. Иллюзия. Хорошо, дальше гоу. Терминатор Нага. Соло пишет, парень. СФ, ну, блин. Дай ХГ сломать. По шпалам моторы, говорят. О, химик ББ нажал. У меня маны нету. На файты. Гоу, сейчас шарды сделаем. Сейчас шард куплю. Иллюзию создам на низ. Отпущу иллюзию по низу. Одну оставлю в лесу. Хорошо, вот так вот. Вот так вот все. Берем шард. Что тут у нас иллюзия? Расправилась со всеми врагами. Вот здесь, наверное, не расправилась, да. Но тут быстренько, через третий спел. Отлично. Крипов, кстати, немного в этой игре. Крипов немного, вообще мало. В этой игре очень мало крипов, но тут больше беготни, наверное. Да и я, в принципе, сейчас не фармлю. Так, ну что, вы готовы, дети? Надо идти добивать. На ботом тпшится. Кудраку. Они в лес бегут. Он кунка нарвался на настоящего. Опа, надо помогать. Эх. Успею? Насколько он напряг, интересно. Печалька. Могу не уйти, тут урна висит. Гони по дефолту. Радик. Он прыгнул сюда за мной. Могу умереть тут. Да, могу еще умереть. Бара будет сейчас бежать. Бара уже бежит. Я умер. Ладно, гоу драться. Нет, ух, отпустил меня, что ли? Гоу не в дефолт, он туда, по идее, прыгнет. А-а, лол. Он туда рели пошел. Гоу на ТП. Не в дефолт, ребят, ушли не в дефолт, как обычно, и, соответственно, это нам спасло задницу. Гоу. Бабочкой побежали. Отлично. Но это survive типа like a pro, я не знаю. У них варда там нету, и, соответственно, это сыграло на руку очень хорошо сейчас. Этот, по-моему, настоящий. И это все иллюзии стоят. Вокер, догоняй его. Он, наверное, там... А, не, все, вижу. Гоу. Гоу, гоу, гоу. Минус 3 сейчас. Гоу, хорош. Тут ГГ ему, он сейчас без ульты будет. Зарезали. Хорошо. 112 секунд это ГГ.
Зарезали. Можно радик еще будет поменять, типа тут. Вариативности очень много. Молнию сделать. Все, гирокоптер сдался. Гирокоптер сдался, друзья. Гирокоптер сдался. Идем по низу, просто я в наглую пойду. Нечего бояться Сларка, нет смысла бояться, потому что у меня диффуза второго плюс Абиссал. 3к хп, иллюзии плюс. Это очень страшно. Заходим на хв просто. Мне нравится, как она бесшумно ломает. А шо СФ? А, СФ сдался, як помоечка. Будут дизейблить сейчас. Люди загрызут. СФ сдался. Я понял. Ну, ребят, ну, в принципе, тут исход и так был, в принципе, уже понятен, когда я начал уже пересобирать артефакты, типа ГГ, в любом случае. Но пацаны старались там. Там химик молодец старался, но соло... Сол не вывести бара, на роумах что-то делал, пытался. Меня убивали также. И я дальше просто, ну, не знаю, инвокер. Может, что-то как-то выиграл. Ребят, ну, в общем, вам такая какая-то игра. Надо 30-й фраг добить. И будет огонек. О, вот он, 30-й фражочек. О, хорошо. Аго 31-й. 31-й фраг, почему нет? Только дайте. Хорошо. 32-й. 32-й гол. Эх, не дает, специально держит бласт. Ну, ГГ. ГГ, друзья, вот такая вот катка. Вот, ну, такой геймплей на Наги. Надеюсь, вам эта игра понравится. В общем-то, спасибо всем, кто, так сказать, посмотрел этот гайд. Если кто-то ждет какого-то определенного героя, ребят, ждите. Герои будут, так сказать, гайды будут на всех героев. Соответственно, просто нужно ждать. Нужно, ребят, просто ждать и, соответственно... Просто подписывайтесь на канал и ожидайте. Я уже написал около 55 гайдов, я не знаю. Да я не помню, сколько уже написал, но очень много. Также, друзья, вот такой вот исход у нас игры. Спасибо всем, кто посмотрел. И до скорого.